Реализация проекта «Сила Сибири» открыла новые возможности для жителей Республики Саха. Благодаря поддержке «Газпром-Трансгазтомск» уже 17 целевых студентов из Якутии прошли обучение по профильным для газовиков специальностям. Часть из них проходит обучение в опорном вузе «Газпрома» в Томском политехническом университете. Наши коллеги из ГТРК Саха недавно побывали в Томской области, чтобы встретиться с этими студентами и узнать, как проходит обучение в стенах Томского вуза. Тимофей родом из якутского села Тамтор. Это в 1000 километрах от столицы республики. Полученных знаний и упорства юноше хватило, чтобы поступить в Северо-Восточный федеральный университет в Якутске на геолого-разведочный факультет. А потом, считает Тимофей, ему просто повезло. С началом строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» компания «Газпром-Трансгазтомск» объявила целевой набор в магистратуру Томского политехнического университета для якутских студентов. В том числе многие из них получили возможность пройти практику на производственных объектах компании. С началом учебного года Тимофей приступил к обучению в магистратуре ТПУ на кафедре эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти и газа. При окончании университета я собираюсь работать в моей республике от компании «Газпром». Партнерство «Газпрома» и Томского политехнического не ограничивается целевым обучением. Компания оказывает вузу помощь в улучшении материально-технической базы. Реализуется много совместных образовательных программ. Сами газовики активно участвуют в образовательном процессе. Здесь я в свободное от работы время занимаюсь преподавательской деятельностью, да, то есть веду в рамках инженерной школы лекции, то есть начиная от насосно-компрессорных станций, линейной части, ГРС, их устройства, принципов работы. То есть, ну, в целом, это тот весь производственный комплекс, на котором мы работаем руками. Целевые выпуски прошлых лет дали компании не просто специалистов высокого уровня, а потенциальных лидеров, которые сегодня активно проявляют себя, возглавляя в своих филиалах молодежное движение и побеждают в региональных этапах конкурса профессионального мастерства. Сегодня на объектах общества, расположенных на территории республики, у нас трудится 1124 человека. Из них 83% это местные люди. То есть это люди, которые постоянно проживают на территории региона. В том числе трудятся сегодня уже и первые выпуски наших целевых студентов. Ставка на местное население, считают в компании, это важная составляющая политики социальной ответственности, проводимой «Газпром-Трансгазтомск» во всех 14 регионах деятельности, а также вклад в будущее развитие территории Сибири и Дальнего Востока.